В одних руках. Что могу сказать об этой машине? Очень доволен. Она вообще неприхотливая. У меня двухлитровый мотор FSI. Автомат обычный. Что делалось по этой машине за все это время? Менялось масло, два раза менял ремень ГРМ, в коробке также менялось масло несколько раз, раза четыре, наверное. Коробку ни разу не ремонтировали, и на данный момент она работает в обычном режиме, ну, без всяких ошибок, пинков, толчков, стуков, или как там говорят. Движок также масло не ест. Ну, сейчас вот после 250 чуть-чуть стал убавляться, да. Но до этого вообще, то есть каждые 10 тысяч замены масла. От замены до замены. Потом где-то на 10 тысяч, может, грамм 300 добавлял просто. Можно было и не добавлять, в принципе, там не ниже среднего, средней отметки было. Вот, ну, просто добавлял, чтобы было под уровень. Так душе спокойнее, как говорится. Вот, в остальном стойки, кстати, все родные стоят. Задняя подвеска не гремит, не стучит, все четко. Там менялись только стойки стабилизатора два раза. Все остальное, все сайлентблоки на рычагах, все родное стоит. По передней подвеске сайлентблоки, шаровые, стойки стабилизатора. Ну, вот эти все расходники по подвеске только что менялись. Все остальное. А ну, еще вырезан катализатор. Где-то на 250 тысяч попалась заправка какая-то дрянная. Прожег себе катализатор. Вот. Пришлось его вырезать. Стоит он дорого. Так что. Ну и потом. Смысл ее ставить вообще. Последний ремонт. И самый дорогой у меня был год назад. На сумму 25 тысяч рублей.